Сегодня у нас спарринги. Так, голову не поднимайте, молодые. Закрой клетку, молодой. Эй, братишка, клетку закрой. Мама Исмаилов, да, потихоньку, не надо рубиться, раз, отошел. Да, печень-голова закрылся, имам, печень-голова закрылся. Да, слишком на него быстро идешь, ты понял? Пройдут тебе, поднимут тебя. Не беги на него. Спасибо. Легче. Левый, постоянно джеб кидать, да. Зелен, да он не чувствует, просто не чувствует. Потому что он в футболке такой. Что за футболка у тебя, Зелен? Уа! Хорош. Потихоньку, Зелен, потихоньку. Да. Клинчевать отошел. Давай, руки подними, большой руки подними. Давай, имам, ближе, темп, давай. 40 секунд. По корпусу больше, имам, по корпусу. Зелем, работай. Левый отошел. Зелем, больше на защите работай. Руки, ноги, работаем. Здесь грэпплинг идет. Ближе. Надо корки. Ногами осторожно, в голову не бей ногами. Да, защиты нету. Тем более дискамп он еще. Здесь что идет здесь? Хорошо. Встретил, да. Вот это понял, да? Когда левый шагаешь, могут подбить и колено еще здесь дать, понял? Поэтому осторожней. 3,5 минуты. Ha ha ha!
Корпус, корпус. Здесь надо было корпус работать. Эй, пацаны, воду не проливаем здесь, воду не проливаем. Зелень, давай, больше прессинг, прессинг. Руки подними, руки подними. Да. Мод это что? Тут мод стоит, мам. А бо ехке. Здесь молодые, новичков много тоже. Анвар, что там? Что там, брат? Выиграл, брат. А? Выиграл, брат. Выиграл, да? Что, говорю, выиграл? Иногда стойка тут. Там, тут, да? Ногами осторожно, без защиты осторожно. Анвар, он без защиты тоже бьет, да? О! Русик, технику сделай. Технику, покажи технику. Студент, студент. 40 секунд. Бам, бам, да. Вай, молодой. Это корк, а? Прямые двойки, двойки. У тебя руки длинные, конечно. Раз, два, есть. Раз, два, двойки больше кидай. Десять секунд. Эльвин, у тебя пары нету, Эльвин. А? Столько человек, здесь никого нету, да? Время! Поменялись парами. Как нет никого? А он что? Могу с ним сядь. Конечно, надо было давно стать с ним. Новый. Да, да. Он новенький, с ним потише. Сам, братишка. Только все, заскалывает, вот. Только задам. Шовдара. Че, как? Что означает повязка? Не отступать и не сдаваться. Я серьезно говорю, понял? Что скажешь, Анвар? Пару слов. Сдаваться нету. А? Сдаваться нету. Попадает, но все равно вперед, да? Конечно. Пацан, скажи что-нибудь. Умные слова. Умные слова. Двигаться. Главное не останавливаться. Вот он, вот они золотые слова. Давай, ребят, встаем. Да, поменялись парами все. Воду последний раз пьете, что ли? Потихонечку. Вот он. Давайте, давайте, давайте. Так, здесь у пацанов идет грэплинг, отработка. В воскресенье все борются они. Даже. Джоба Кимура делает, Кимуру. Че не поменялись парами? Че стоите? Парами поменяйтесь, другие возьмите кого-нибудь. Так, имам, ты что хотел? Да, конечно. Любой бросок можно сделать со стойки. Имам, ты с кем? Приготовились, приготовились, ребята. Это жесткие тренировки или что? Это кто вылил воду здесь? Кто вылил? Он, да? Ребят, воду не выливаем здесь. А то скажут, что потеют так. Куда он пошел? Куда он пошел? Нет, это я в YouTube. Конечно, Зелен. Дай пару.
Пару слов имам, скажи тоже. Для моего ютуба. Подготовка идет? Шлем Лизва у тебя... назад чудес, зашел с ушами, вышел без. Что я еще могу сказать? Шлем у тебя бомба, имам. Первый раз вижу вот шлем. Сколько лет мы тренируемся, первый раз вижу, что шлем уже. Вот первый раз так работает. В шлеме? Конечно, в шлеме надо заниматься. Объясняй ему зрение, ладно, иногда, насчет уровня. Это доктор наш, лучший. Тут недавно человека он спас в зале, даже? Ну что, да. Что с плечом у него было? Выключиться. А ты его вправил обратно. Да, он его обратно сделал, все, четко если сделал. Если бы меня не было, он тоже... Если тебя не было, здесь вообще был бы, знаешь, кошмар. Он бы оторвал ему руку бы, если тебя не было. Зелем он иногда сил не рассчитывает. А почему камера на меня? Давай, ребята, приготовились. Поехали, время. Руки, ноги, еще один раунд. Руки, ноги. Вот.